провокационные вопросы. Нет, провокационные. Полотенечко. Я выиграю Мария Макалу. Это заявление. Это жесткое заявление. В каком раунде? Давайте с вами попробуем. Как можно раньше, как можно в шестом. Ну, в первом буду стараться. Давайте нам слипы теперь одной фразы. Можете это сказать? В шестом. Мары будет нокаутирован в шестом раунде. Хорошо. Вы мне скажете, давайте более подробно о вашей тактике. Расскажите зрителю все-таки интересно, чем вы будете соперника. Физически. Мы будем, ну, как бы секреты не будем рассказывать основные, но так, в общем, физически будем подавливать его. Физическое состояние, я уверен, у меня лучше, чем у него. И к середине боя должны его измотать. И Мары капитулируют. Как уже там будет видно 21-го. Хорошо, как готовились? Расскажите, вы расскажете, что бегали по горам и так далее, более подробно. Бегали, прыгали, ходили. Мы прошли сбор ОФП за Раскаке на базе спортивной. Залазили на Гаверлу, дважды обошли всю Гаверлу вокруг, физически там потренировались. Затем приехали сюда, заехали на базу Олимпийскую в Кончу-Заспу, и туда спарринг-партнеры заехали, и мы там уже находились. Вот сегодня я выехал. В хорошей форме, у меня новый тренер, вот он стоит, кстати. Мы хорошо сработались и едем только за победой. Хорошо, теперь давайте нам красиво так вместе разыграть такую ситуацию, вот, чтобы ваша дочь вам пожелала. Дочь, пожелаем победы. Поговорите с ней вместе, да, камер нет. Ну что, пожелаешь мне? Камер нет, ты не очень приставший. Так ты верила, не приставал. Спасибо. Все. А давайте громче сюда, слышно, не слышно? И победа, папа. Еще громче. Первый. Давай, папка чемпион. Победит в первом раунде. Папа победит в первом раунде. Они в шестом. Отлично. А теперь давайте вы нам автографы еще раздадите тоже на камеру. И я еще там сфотографируюсь.